Все, что вызывает эмоции, вдохновляет меня. Я считаю, что аромат может создать так называемую вторую жизнь, то, каким вы хотели бы быть без оглядки на правила общества. Парфюм должен усиливать в вас это. Женщина, которой понравится этот аромат, привыкла сама контролировать свою индивидуальность и чувственность. Когда я как парфюмер улавливаю то, что женщина боится произнести, это самый захватывающий момент. Бейонсе живет своей страстью. Она очень чувственная и очень сильная. И она транслирует это, не боится этого. Она всерьез включилась в создание аромата. Она знает, чего хочет. Я получала обратную связь от нее, чтобы я могла добавить больше ее личности и больше силы. Есть два очень важных момента. Во-первых, оранжевый цвет из-за жизнерадостности, энергии, которые исходят от Бейонсе. А также чувственность и сексуальность. Я хотела добавить немного экзотики при помощи маракуйи. Она очень сочная, добавляет фруктовый акцент во вступление. Также красный апельсин, потому что Бейонсе очень жизнерадостная. Я добавила больше цветочных нот. Я знаю, что ей нравится тигровая орхидея с ее текстурными лепестками, а еще гибискус с его формой и яркостью. База получилась очень чувственной. Мускус, тиковое дерево и мед. Парфюм – лучший момент, когда ты улавливаешь основной мотив и понимаешь, что все сделал верно. Затем ты работаешь над пирамидой. Нужно уловить верный баланс, когда все ингредиенты звучат слаженно. Сочные верхние ноты достаточно интенсивны, базовые ноты достаточно чувственны, и цветочный мотив звучит отлично. И вот тогда ты говоришь: «Да, я чувствую это чувствуется внутри, и это просто волшебно».